Наконец-то я узнал, где их база. Сегодня я им отомщу. Так, рюкзак, взрывчатка, патроны. Так, пусто. Так, о, это ручной пулемет. И бомбы. Сегодня я им отомщу. Так, сразу вырезать немного. Вот так. Все, твари, я им сегодня отомщу. Может записать все-таки какое-нибудь видео прощальное. Всем привет. Меня зовут Роджер Клеболд. Сегодня я атакую базу военных, которая находится на воде. Если честно, я даже не знаю, для кого я делаю эту запись. Потому что всех моих родных уже убили. Мне 26 лет. Ну, с Богом, как говорится. Так, ну, прощальную запись я сделал. Теперь я пойду убивать. Эти товари заплатят за все. За все они не заплатят. Ваш вертолет ваш вас не спасет, понятно? Так, вот, вот. Так, ладно. Граната. Кинул. Черт. Промазал. Давайте. Давайте. Так, ну так. Ай, нет. Дух. Тоже отдыхал. Твой. Я вам всем отвечу за то, что вы сделали. Так, тихо. Ты еще подошел. Так. Разбираться не заметно. Так. Фак. Сюда. Даже стрелять не умеете. Что за военный? Давай, давай, появляйся, чё ты? Так. Фак. Есть сила. На место пробрался. Сейчас будем минировать вам тут всё. Сначала мы поменяем, вот так сделаем. Теперь вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Радиопульт подрыва. Забил машину.
грёбаная база. Что вы прячете? О-о-о! Смотрите, босс, плохие вещи. Я их у вас одолжу. Все я у вас забираю. Вы не заслуживаете этих вещей. Так, ладно. Меня уже начинает раздражаться моя... вот это апгрейд. Теперь мне точно мало не покажется. Так, где ваш вход? А, есть вниз. Ну ладно. Да. Никого. Стоп. Ох ты! Вот это вещь. Все забирать не буду, уж не бандал какой-то. Я просто это распишу от стоп. Да блин, забуду. А вот хрен бандал. Черт, меня ранило. Ничего, моя броня меня защитила. Так, я тут был. Снаружи. Где этот вертолет? Так, ладно. Где я еще не был? Что у них вот в этом сундуке? Болтовки разные. Все понятно вот с вами. Так. Рюкзак. Я у вас все обору, я у вас все заберу. Немножко поработать киркой. Так. Хоба. Так. Тут вроде бы никого нет. Сундук мешаешь ты мне. Так. Все. Кто у нас? Ходите. О, вертолет. Так. Вот он свидание. Свидание. Кошки. Ёх ты. Ёх ты ко мне подошёл. Ранил меня в ногу. Так, ладно. Ничего. Что вы мне сделаете, а? Что вы мне сделаете сейчас? Чё ты меня стреляешь? Всё, собаки.
Да, постарались, ребята. Нахрен иди. Давай, давай, выходи. Хава. А, иди нахрен. Блин. Вот. Так, ну, с Богом. Так, ну ладно, пусть будет открытая вот тут тоже. Я тут тоже все заминирую, ё-моё. Чё я? Так, взрывчатка, взрывчатка. Хоп, хоп. Уже вечереет. Ну ничего, скоро все закончится. Ох ты, смотрите, какие материалы. Железобетон, железные блоки.
Все у нас воровали, твари. Где вы там? Покажитесь. Что? Я вас убил? Всех. Лузеры против одного солдата не смогли даже... Одного солдата не смогли убить. Господи. Ложки, петушки. Ну ничего. Вот так. О, блин, чуть не упал. Ну ладно, так. Сейчас я буду уходить. Вернее, уплывать. И буду смотреть, как взрывается ваш корабль. Твари. Это вам за все, что вы сделали моей группе. Все, твари. Капец вам. О, вот это взрыв. Вот это взрыв. Мощный. Ха, моя база даже не пострадала. Подводная. Остался единственный. Какой сундук? Это... Ну ничего. Наконец-то я им отомстил. Это сладкая месть. Ребят, ну а если вы хотите увидеть предысторию этого фильма, то ставьте лайк. Давайте наберем лайков 50. Тогда я сделаю предысторию. А пока.